Окончательные итоги всероссийской сельхозпереписи опубликуют в конце 2018 года, сообщила сегодня на заседании Республиканской комиссии по ее подготовке и проведению руководитель Сахастата Ирина Гаевая. Сегодня якутские статистики направили в Госстат последние файлы автоматизированной обработки по лично-подсобным хозяйствам. И уже сегодня можно сказать о первых итогах проведения переписи. Данные переписной кампании и регулярно проводимая статучетность не имеют больших расхождений. Надо сказать, что в целом по республике, вот те четыре, которые я сказала, это поголовье, посевные и так далее, да, они находятся расхождение в пределах допустимого. Другое дело, что по некоторым муниципальным образованиям там есть расхождение превышающее вот эти пороговые значения, но это надо уже работать муниципальным образованием по выяснению причин, почему получилось, где может быть у них не налажен учет. А в целом по республике расхождение с текущей отчетностью в пределах допустимого, даже меньше. Всего перепись в Якутии охватила 110 940 объектов. Это сельхозорганизации, крестьянско-фермерские и лично-подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, дачники. И по первым предварительным данным, в хозяйствах республики увеличилось поголовье лошадей и крупного рогатого скота.